Завершился Всероссийский высокогорный молодежный форум «Махар-2023». Последние дни участники представляли свои проекты экспертам из Росмолодежи. В итоге 8 молодежных инициатив стали победителями грантового конкурса. Также в завершающий день форума прошла встреча с председателем комитета по делам молодежи Республики Ингушетия Адамом Мальсаговым. О том, какие студенческие идеи получили сертификаты на гранты и каким запомнился «Махар-2023», узнавал Алихан Лепшоков. Совсем немного осталось до завершения Всероссийского высокогорного молодежного форума «Махар-2023». В эти дни проходит защита проектных инициатив участников, и скоро мы узнаем, кто же станет обладателем гранта от Росмолодежи. Эксперты от Росмолодежи обращали особое внимание на грамотность оформления проекта, на востребованность идеи и на подготовку сметы грантовой поддержки. В течение нескольких дней у ребят была возможность получить полезные знания на образовательных программах и более профессионально выстроить защиту своих проектных инициатив. Сегодня главный день нашего форума. Участники представили свои проектные инициативы перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи, и буквально через полчаса будут подведены итоги, и мы узнаем, кто стал обладателями грантов на реализацию своего социального проекта. На протяжении всего форума у нас была очень насыщенная образовательная программа, культурная программа и спортивная программа. По итогам защиты 8 проектов рекомендованы экспертами на получение грантовой поддержки. Инициатива участницы форума Дианы Тимирджановой «Этнофестиваль карачаевского народа Хасаука-2023» получила высокую оценку от экспертной комиссии. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, так как молодежь – это будущее нашей страны, и мы должны прививать им сохранение, популяризацию народных ценностей, культуры, обычаев, и от молодежи зависит очень многое. Я очень рада, что мой проект поддержали. Проект участника из Ингушетии Абдулы Аздоева «Академия Аргона» позволит трудоустроить молодежь и освоить навыки использования сварочного аппарата. В Республике Ингушетия сильно выражена безработица. К тому же мастеров по аргонодуговой сварке немного. На всю Ингушетию у нас 3 мастера, которые способны варить алюминий. И примерно 3-4 организации, которые работают с нержавеющей сталью. И там не хватает людей. И я так подумал, что я могу одним выстрелом убить 2 зайцев, и я обучаю людей этому направлению, сразу их трудоустраиваю. В последний день форума «Махар» прошла встреча с министром по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагимом Татаркуловым и председателем комитета по делам молодежи Республики Ингушетия Адамом Мальсаговым. Они подчеркнули, что эта площадка дала отличную возможность молодежи получить необходимый багаж знаний и реализовать свои проектные идеи. Всероссийский высокогорный форум «Махар» оправдал в полном объеме все те ожидания, задачи, цели, которые были на него возложены. Все задачи были решены, цели были достигнуты. Действительно, форум прошел на очень высоком уровне. Представители Федерального агентства по делам молодежи, которые также принимали участие в этом форуме, экспертного сообщества, со своей стороны выразили свое мнение касаемо высокой степени и уровня организации данного мероприятия. В плане проведения самого форума хотел бы отметить большую работу, проведенную организаторами в лице как Министерства молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, так и Карачаево-Черкесского государственного университета. Видно, как организаторы с высоким уровнем организационного подхода. По завершению форума всем представителям молодежи вручили сертификаты участника форума. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Махар.